Привет всем, дорогие друзья! Сейчас я расскажу вам, как сделать спальный мешок и кровать. Спальный мешок делается очень просто. Для этого нужно 2 скотча и 7 тряпок. Что ж, тряпки мы почти нашли. У нас есть одна тряпка. Из одной футболки можно получить еще одну тряпку. Из клетчатой рубашки можно получить 2 тряпки. А из понча можно получить целых 3 тряпки. Теперь у нас есть 7 тряпок и 2 скотча. Мы это крафтим и получаем спальный мешок. Итак, спальный мешок готов. Для кровати нам понадобится 8 тканей и 5 металлолома. Что ж, займемся поисками. Штаны. Зомби. Еще один зомби. Свитер. Ух ты. Тряпка и клетчатая рубашка. И, наконец, последняя рубашка. Итак, с тканями у нас покончено. Мы нашли 8 тканей. Теперь нам нужен металлолом. Что ж, отправимся в поисках металлолома. Итак, для металлолома нам понадобятся камни. Да-да, именно камни. Поэтому мы сейчас занимаемся именно их добыванием. Так, раз, два, три. Я думаю, будет достаточно. Теперь нам нужно прибежать к нашему костру и получить из наших булыжников металлолом. Итак, из булыжников металлолом не получить, а вот из камней запросто. Теперь мы добавляем огонь и получаем металл. Итак, 3 металлолома есть, и еще 2 у меня, по-моему, есть в ящике. Сейчас мы его оттуда достанем. Так, даже 3. Отлично, у нас есть 5 металлолома. Ой, не туда. У нас есть 5 металлолома и 8 тряпок. И мы получаем кровать. И сейчас я покажу, как они выглядят и для чего они нужны. Итак, спальный мешок и кровать выглядят подобным образом. Они нужны для того, чтобы помочь вам респауниться в тех местах, в которых вы пожелаете. Допустим, вы подходите к кровати. Если она горит зеленым, то вам нужно нажать claim, чтобы была надпись unclaim. Все, эта кровать закреплена за вами. И теперь, если вдруг вас убьет зомби или вы умрете от недостатка здоровья, вы нажимаете кнопку Home и появляетесь прямо возле этой кровати. Ну что ж, на этом видеоурок закончен. Всего хорошего. В следующей серии я расскажу еще много интересных штук. А именно, я расскажу, как получить много примитивных ископаемых. А именно, металлолом, проволоку и веревку. До скорых встреч. Пока-пока.